сегодня в 3 часа ночи я хочу отправиться в эту пиццерию. Давайте войдем в пиццерию, Фредди, похоже, что это она. Окси и Бонни, они реально существуют. О, господи, посмотрите, он ожил. И Бонда, совсем недавно я заказывал настоящую пиццу Фредди из настоящей пиццерии Фредди Аниматроника. Та пицца была ужасной и несъедобной, от нее воняло тухлым мясом, а внутри коробки лежала отрубленная рука и пальцы человека. После того, как я попробовал эту отравленную пиццу, мне было очень плохо, и ко всему этому ко мне домой пришел настоящий аниматроник Бонни. Он хотел убить меня и забрать мой труп с собой, но я каким-то чудом смог выжить, Панда. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи я хочу отправиться в эту пиццерию. Так что, Панда, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков, и я в 3 часа ночи отправлюсь в Макдональдс. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, Панда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных аниматроников. Так что, бандит, скорее ставь лайк, чекай описание, а мы тем временем отправляемся в эту пиццерию. Погнали! Окей, Банда, координаты, которые мы нашли на сайте пиццерии Фредди, нас завели сюда. Я без понятия, что это за место, просто посмотри, ты видишь? Здесь полностью какие-то заброшенные здания, что это за бред, Банда? Я никогда такого ранее не видел. Окей, давайте войдем в пиццерию Фредди, похоже, что это она. Тут закрыто, посмотри. Я не могу открыть, что за бред? Как нам тогда попасть в пиццерию Фредди, Банда? Она полностью закрыта, что посмотри, мне делать? Здесь какая-то записка. Пиццерия Фредди указана. Их номер. Возможно, нам стоит позвонить по их номеру, и тогда мы узнаем, как пройти в пиццерию. Кстати, Банда, обратите внимание, на часах сейчас 3 часа ночи. Мы специально выбрали такое мистическое время. Тем не менее, давай уже наберем и позвоним в эту пиццерию. Возможно, мы сможем так в нее попасть. Возможно, тут нужно забронировать столик. Надеюсь, Банда, что они возьмут трубку в 3 часа ночи. Итак, я уже их набираю. Надеюсь, они ответят. Мы просто обязаны сегодня поужинать в этой пиццерии. Тем не менее, они все еще не взяли трубку. Итак. Здравствуйте, пиццерия Фредди Фазберса слушает вас. Добрый вечер, мы бы хотели сегодня поужинать в вашей пиццерии. Пиццерия Фредди всегда открыта для вас. Вы можете войти. Но здесь закрыто. Я не могу. Через задний вход. Какой еще задний вход? Он отключился. О чем это он? Какой еще задний вход? Я не понимаю. Здесь ничего нету. Да. Просто посмотри, еще какое-то заброшенное здание. Ладно, давайте попробуем найти этот задний вход и все-таки попасть в эту пиццерию. Я просто без понятия, где мы, Банда. Нас занесло на окраину моего города. И тут какой-то забор, ты видишь? О, да. Я не вижу нигде никакого черного входа. Что за бред? Окей, давай попробуем перелезть через этот забор. Возможно, тогда мы найдем этот вход. Да, давай. Надеюсь, что по ту сторону не будет какая-то частная территория. Окей, вот так, давай камеру, теперь ты. Аккуратней, Настя. Господи. Куда нас вообще занесло, Банда? Что это за место? Я просто в шоке. Где мы вообще? Здесь просто стена и нету никаких ни дверей, ни окон. Что за бред? Окей, давай будем идти. Возможно, где-то там должен быть этот вход. Посмотри, я что-то вижу. Там окно, да. Ты видишь? Да. И там нету стекла. Мы сможем через него залезть и, возможно, так попадем в пиццерию Фредди. Ты готова? Да, готова. Просто посмотри на эту жесть. О, господи. Окей, выключай на камерный свет. Мы сделаем это очень тихо. Хорошо. Быстрее за мной. О, черт, ты что-то видишь? Нет, ничего не вижу. Перелезай быстрее. О, господи. О, черт, что это? Где мы? Я не знаю, тут слишком темно, я ничего не вижу. Какая-то дверь, я попытаюсь ее открыть. Возможно, это вход в пиццерию. О, черт, что же за ней? О, господи, что это за комната? Ничего ты видишь? Это? Где мы вообще? Включи на камерный свет. Что сейчас? Я просто в шоке. Банда, посмотрите. Это же комната охраны пиццерии Фредди, ты видишь это? Да, сколько всего? Она такая же, как и в игре. То есть игра создана на реальных событиях, и все эти убийства, которые были в игре, они такие же были в реальной жизни. Вдумайтесь в это, Банда. Просто посмотри на эту комнату, я в шоке, сколько здесь мониторов. Да. На всех этих мониторах охрана наблюдает со скрытых камер за пиццерией и видит то, как оживают аниматроники. Если мы
сможем включить эти мониторы, то мы увидим всю пиццерию. Нужно найти главный блок. Он где-то под столом. Вот он, посмотри. О, да. Я включил. Ничего не произошло. Что за бред? Почему он не включается, панда? Что вообще происходит? О, черт, ты видишь? Ой, мы никак не сможем его включить, к сожалению. Просто жесть. Был огромный шанс наблюдать за пиццерией. Мы просто бы все увидели. Тем не менее, давайте осмотрим эту комнату. Возможно, мы узнаем какие-то тайны пиццерии. Пока что ничего не вижу. Только вот какая-то рация. Окей. Ничего не слышно, только какой-то шум. Это так странно, какая-то книга. Свежайшие анекдоты и прикольные смски. Так вот чем охрана занимается на рабочем месте, читает анекдоты. Посмотри, просто огромный телевизор. Здесь все как и в игре, это просто жесть. Банда пиццерия Фредди существует в реальной жизни. Я в таком шоке. Огромный телефон, старый домашний, ты видишь? Да. Давайте попробуем позвонить на номер 36. Итак, я набираю 1, 2, 3. Вроде бы ничего не слышно. Господи, банда, это так жутко. Давайте просто положим этот телефон. Я никогда в жизни не звонил на 36. Надеюсь, что никогда этого не буду делать. Посмотри, вентилятор такой же, как и в игре, и радио. И обрати внимание, рисунки, я сразу их не заметил. Просто посмотри, какой жуткий пони, ты видишь, это жесть. От него прям мурашки по коже бегают. И посмотри, тут разные постеры пиццерии Фредди. Разные конкурсы. Эти все постеры и конкурсы созданы для дня рождения. Каждый день в пиццерии Фредди кто-то отмечает свой день рождения, но заканчивается он просто убийством. Кто-то из аниматроников убивает детей, банда, это просто жесть, я в шоке. Посмотри, что это за чудище. Я такого никогда не видел, ты видишь? Да, очень страшный. Да, я согласен, но 2 раза больше, чем люди. Просто жесть, банда. Эти аниматроники реально очень страшные. Что это такое? О, черт, лопатый молоток. Скорее всего, как раз таки этим молотком отбивается охранник от аниматроников. Посмотри на дверь. Она полностью закрыта на 3 замка. Все сделано для того, чтобы аниматроники не смогли зайти в эту комнату. Похоже, что именно там и находится основной зал пиццерии Фредди. Давайте откроем ее и посмотрим, что там. Я просто в шоке, банда. 1-й замок, 2-й и 3-й. Господи. Я открываю дверь, и ты готова? Да, давай. Черт, мне так страшно. Просто ужас, банда. Посмотрите, видишь? О, господи. Это зал пиццерии, я в шоке. Там видно стол. Господи, давай выйдем, посмотрим. Выходи быстрее. Просто посмотрите, банд, это же пиццерия Фредди. Там стоят аниматроники, ты видишь? Господи! Я просто в шоке, банда, куда мы вообще попали? Настоящая пиццерия Фредди, это такая жесть. Но где свет? Куда делось электричество? Почему его здесь нету? Если в пиццерию каждый день приходят посетители, то здесь должен быть свет. Посмотри, тут просто нету лампочки. Ее выкрутили, но зачем? Она не работает. Что это за жесть, банда? Что происходит? Здесь какие-то рисунки. Похоже, это такие же рисунки, как и в кабинете охраны. Здесь нарисованы аниматроники, они подписаны друзья Пони, Чика и Фредди. И посмотри на этот рисунок. Пони играет на гитаре, а Фредди поет. Прям все как на сцене аниматроника. О, черт, посмотри на этот рисунок. Ты видишь? Что это значит? Пони держит отрубленную голову ребенка. Что это значит, банда? Эти же рисунки рисуют дети. Неужели дети увидели, как Пони кого-то убил? Я просто в шоке, банда, что это все значит? Там еще рисунки, давай посмотрим. Посмотри, тут еще хуже рисунки. У Фредди на столе лежит голова ребенка, он собирается ее съесть. О, черт, просто посмотри, Фокси оторвал голову. Я в шоке, а Чика пьет кровь из головы, это жесть. Я не могу в это поверить, банда, то есть дети в реальной жизни видели все эти убийства. Раз уже не их нарисовали, они точно их видели. Я просто в шоке. Посмотри, пицца. Такая же самая, как и мы заказывали, когда были дома. Это просто жесть. И она тут не одна, ты видишь? Да, вижу. Еще тарелки лежат, как будто нас специально ждали. Какое-то окно, что это? Что там? Ничего не видно, на улице темно. А ну и понятно, почему ничего не видно. Что это? Кто-то пытался сюда залезть или что? Что это за бред, банда? Я просто в шоке. Посмотри еще на эти пиццы, ты видишь?
видишь? Что? Я просто в шоке, банда, мы реально находимся в пиццерии Фредди. А вот и сами аниматроники, ты видишь? Что? Я просто в шоке, Фокси и Бонни, они реально существуют. И здесь еще микрофон. О, господи, его шнур уходит куда-то под сцену, интересно, что там? А почему здесь только два аниматроника, где остальные? Я без понятия. Возможно, остальные отправились убивать какого-то ребенка. Это жесть, банда, эти двое остались здесь. Посмотри на этот крюк, я в шоке. А, черт, он очень острый. О, господи, он им запросто может кого-то убить. Это жесть, банда, настоящие аниматроники. Ты видишь, это их одежда. Я просто в шоке, что это за жесть. Я никогда их ранее не трогал, банда. Я просто не могу в это поверить. А вот Пони. И посмотри, это жесть. Ранее у него тут была огромная дыра, потому что мы его разрезали, но он каким-то образом смог ожить и сбежать. И теперь он стоит в пиццерии Фредди. Я просто не могу в это поверить, банда. Ты видишь? Что? Посмотри, что это за Фредди. О, ничего себе. Почему он такой маленький? И посмотри, мы можем с ним сыграть настольный хоккей. Я хочу попробовать это сделать. Я хочу с ним сыграть. Это не опасно? Не знаю, давай попробуем. Итак, он ничего не делает. Эй, Фредди, очнись. Похоже, что он сломался, Суприм Банда, ничего не происходит. Черт, нём дыра, ты видишь? Ага. Там что-то лежит. Как думаешь, стоит его достать? Даже не знаю, интересно. А чё, давайте узнаем, что здесь. Просто ужас, посмотри, ты видишь? Господи. Что это такое? Что здесь написано? Закрыто навсегда. Скорее всего, это вывеска для пиццерии Фредди, но как она может быть закрыта, если мы здесь? Еще здесь какая-то флешка, ты видишь? Да. Мы 100% ее заберем, банда, чтобы открыть и посмотреть дома, что на ней. Возможно, на ней как раз хранятся какие-то тайны пиццерии Фредди. Я просто не могу в это поверить, но эта надпись, это реально очень странно. Как пиццерия может быть закрыта, если мы прямо сейчас в ней? Это так странно, банда. Просто посмотри. На эту пиццу, ты видишь? Да. Господи, даже не знаю, стоит ли его открывать, пробовать. Это же для нас приготовили. Ну да. Черт, банда. Черт! Она так поняла. Она просто отвратительна, банда, как будто протухшее мясо. Я в шоке, ты видишь? Я не могу дышать. Черт, это так же или что? Я просто... Черт, это еще больше воняет. Я просто в шоке. Окей, банда, давайте все-таки ее попробуем. Мы должны узнать, какая она на вкус. Ты готова? Не знаю. Я должен это сделать. Мы же не зря сюда пришли. Я просто в шоке, банда. Это такая жесть. Настоящая пицца в пиццерии Фредди. На вид это обычная пицца, но воняет просто до жути. Это такой ужас, банда. О, черт, посмотри, ты видишь? О, ничего себе. О. Что это за бред? Окей, ладно, давайте отрежем кусочек и попробуем. Я просто не могу в это поверить. Оно вообще не режется. Она очень твердая, ты видишь? Да. Я немного смог отрезать. О, черт, я не хочу много отрезать, потому что 100% не буду есть ее всю. Она просто отвратительна, банда. Мы прямо сейчас попробуем настоящую пиццу в настоящей пиццерии Фредди. Итак, ты готова? Да, готова. Черт, я очень боюсь, банда, но надеюсь, она не отравлена, как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз меня реально чуть не убили. Итак. Черт, просто отвратительно! С чего сделана эта колбаса? Она на вкус как протухшее мясо, просто ужас! Мы должны найти кухню и узнать, из чего ее готова. Где-то здесь должен быть еще один вход. Да. Просто отвратительно, банда! О, посмотри, сколько здесь разных вещей, ты видишь? О, да. Что это такое? О, черт, ты видишь? Что это такое, банда? Посмотрите! Тут просто рука, то есть эта колбаса сделана из человеческих рук. Ты видишь эту жесть? Я просто в шоке. Банда, я еще это попробовал, это ужас. Черт, я с тобой согласен, просто жесть, ты видела, с чего они их готовят. Там была реальная рука человека, как же это отвратительно. Я просто не могу в это поверить, Суприм Банда, это настоящая жесть. Они реально готовят пиццу из человеческого мяса. То есть вот зачем они убивают всех этих детей, они просто готовят с них еду. И дети, которые даже не знают об этом, съедают человеческое мясо. Только вдумайтесь в это, банда, это же полная жесть.
удивляюсь, я все еще не могу в это поверить. Я не хочу туда идти. Я тоже, нам нужно вернуться обратно и досмотреть все до конца. Мы единственный раз в этой пиццерии, мы должны все увидеть. Идем быстрее, Настя, мы должны это сделать. О, давай. Господи, Банда, это так отвратительно. Черт, просто посмотрите, настоящая пиццерия Фредди, вы видите эту жесть? Я просто не могу поверить своим глазами, гляньте. Здесь полная антисанитария, тут просто пауки живут, это жесть. Сережа, куда делся аниматроник? Что? О, господи, здесь же стоял Фокси, куда он пропал? Что происходит, Банда, мы же пить его прямо здесь. Сережа, нам нужно быстрее уходить, пока нас не пустили на колбасу. Я с тобой согласен, быстрее валим, это уже не шутки, я в шоке. Я просто в шоке, Банда, мы сегодня были в реальной пиццерии Фредди. О, господи, посмотрите, он ожил. Быстрее бежим, Банда, просто ужас, черт. Я не могу в это поверить, Банда, о, господи, я в шоке. Посмотрите, быстрее бежим. Ой, черт, Настя, где ты? Настя! Черт, о, господи, надеюсь, он не бежит за мной. Черт, о, черт, Настя, быстрее бежим. Он уже идет за нами, черт. О, господи, черт. О, господи, стой. Это жесть, Банда, мы смогли сбежать с пиццерии Фредди. Там реально ожил аниматроник Бонни. Тем не менее, мне кажется, что их пиццерию закрыли из-за того, что они делали пиццу и колбасу из человеческого мяса. Вы сами это видели. Я просто в шоке, Банда. Тем не менее, вот коммент из-под прошлого видео. Просто вниз какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все про то же новое видео. Лайк, колокол, комменты, ты мой новый видео, бандит, и помни одно, оставайся таким шикарным, пока!